Саратовцев еще в памяти сохранился тот нелепый слоган «Люблю бывать в Саратове», который представили одновременно с нелепым логотипом представители одной московской дизайн-студии. Благодаря негативной реакции саратовцев этот туристический логотип не прижился у нас. Таким образом, саратовцы спасли и бюджет города, и извоили конфуз городские власти. Но сейчас появилась новая идея о том, чтобы создать уже туристический логотип всей Саратовской области, и областные власти объявили конкурс. Однако возникает вопрос, что мы можем показать? К сожалению, пришлось недавно наблюдать картину, когда рядом со знаменитым домом с креатидами в центре Саратова создается громадное строение железа и бетона. Те, кто это делает, цинично заявляют о том, что на месте этой рухляди надо создавать современный деловой центр. И в таком случае слоган «Люблю бывать в Саратове» можно переформатировать слоган «А смысл бывать в Саратове?». Мы тогда будем вспоминать о том, как хорошо бывать на улочках старинного Дубровника или Флоренции, наконец, Суздаля или Владимира. А Саратова в этом списке уже не будет.